Всем привет, друзья! Сегодня 6 февраля 2024 год. Москва, Манежная площадь. Сегодня вот идет снег, холодно. Но рабочие объединения межрегиональных штабов в очередной раз провели серию одиночных пикетов здесь, на Манежной площади, вокруг Красной площади, в поддержку курса главы государства Владимира Путина на суверенитет Отечества. Также мы требуем предоставить президенту полномочия органа власти, чрезвычайные полномочия для наведения порядка в России, для зачистки пятой колонны, для того, чтобы провести конституционную реформу, скинуть вот это колониальные оковы, которые тянут нас на дно, в болото уже начиная с 1991 года, после преступлений Горбачева. И, кстати, сегодня мы подали коллективное обращение вот здесь вот недалеко, улица Маховая, значит, в приемную Государственную Думу и в приемную Совета Федерации, коллективное обращение граждан к органам власти законодательной с требованием, чтобы они обратились в Конституционный суд, органы власти, да, Госдуму, Совет Федерации, законодательная ветвь власти, с требованием, чтобы дали ответ. Конституционный суд дал ответ, дал нормопроверку на действия Горбачева Михаила Сергеевича, так сказать, президента СССР, на его действия, которые, значит, начиная с сентября 1991 по декабрь месяц, как раз в этот период были вот эти все, самое большинство вот этих незаконных указов, которые ликвидировали все органы управления Советского Союза. И вот сегодня такое обращение было подано, о чем есть, значит, и фотографии, и трансляция в группе ВКонтакте за референдум, в группе ВКонтакте «Национальный курс». Вот, поэтому смотрите, и об ответах Государственной Думы и Совета Федерации мы сообщим, конечно же, позже. По законодательству это в течение 30 дней. Вот, ну, мы, так сказать, бойцы информационного фронта, стоим ежедневно за наше Отечество, за то, чтобы нами никто не правил, чтобы мы были сами хозяева на своей земле. Потому что за нами правда, за нами истина, и мы на стороне светлых сил. Родина! Свобода! Путин! Родина! Свобода! Путин! Родина! Свобода! Путин! Ура! 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 Слава великой России! Так тому и быть. Аминь.